идем патрулирование пляжа первый раз. Оно продлится 4 часа. Говорят, что нам досталась хорошая зона и хороший гид. Апофеоз ночного патруля – это, конечно же, увидеть черепаху, желательно, как она выходит из моря, но не обязательно. Начинает готовить гнездо, откладывает яйца и уходит обратно в море. Сама откладка яиц происходит очень быстро, в течение минут 10-15. Черепаха обычно примерно вот такого размера. Мы видели двух черепах, они обе были в длину 1,45 м. Отсюда, от начала и до самого конца. Эта часть покрывает хвост. Нужно сделать 3 замера. И все 3 замера записать в специальный бланк. А потом меряется ширина. От примерно подмышки до другой подмышки. И тоже считается 3 раза. Мы в своем секторе черепаху не нашли. Но встречная группа сказала, что они видели, как черепаха готовилась сносить яйца. Мы пошли туда. Оказалось, что браконьер добрался первый до черепахи. А по местным правилам, кто первый добрался до черепахи, тому принадлежат яйца. К сожалению, он их забрал, но нам удалось ее измерить. Мы дождались того момента, когда пространство стало опять плоским. Все. Замела и пошли обратно. А, вот здесь помечено, что у нее был откусан задний плавник и часть передних плавников. Одна нора была достаточно большая. Это значит, что там достаточно большой краб живет. Я боюсь, что, наверное, он уже проник к гнезду. Нам их очень жалко, они очень симпатичные. Но они едят яйца черепашьи, поэтому в данном контексте они наши враги. Мы тут пытаемся войти домой, а тут вот такое дело. О боже, он очень страшный. А-а-а. Что это за смерть? Обнаружен на берегах Карибского моря пластиковый пакет. Трубочка коктейля. И мы сначала подумали, что это тест на беременность, но поняли быстро, что это, видимо, зубная щетка. Должна быть глубиной 75 сантиметров. Can I have the tape measure, please? Знаем, кого найдем на дне. Кого? Посмотрим. Еще нужно 10 сантиметров. Тебе тоже. И вот что я нашла. Что это такое? Это вулканический песок. Как охота устья.
но никого не нашла. Мне кажется, они, в принципе, чуют уже нас. Знают, что с нами шутки плохи. И лучше, конечно, нам на глаза не попадаться. Принесли гнездо. Сначала закладываются основные яйца. Нужно взять аккуратно в руку. Они мягкие. Не болтать. И начать считать. Есть крупные яйца. Вот такие. Это яйца с эмбрионом. А есть маленькие яйца, вот такие, без эмбриона. Сначала закладывать основные яйца с эмбрионами, а сверху уже маленькие. Нужно очень аккуратно присыпать песочком. Мы установили корзину. Теперь предстоит ее завязать и закрепить, пометить код ячейки, количество яиц и так далее.